У нас фестиваль стоит на основе 3К – краеведение, культура и кулинария. Мы познаем культуру других народов, конечно же, через кулинарию. Мы пробуем разные шедевры, делегации представляют свои угощения, делятся рецептами. Культура. Без культуры мы ничего не можем сделать. Культура – это наш образовательный уровень, это наша семья, это та среда, в которой мы воспитываемся. Увеличивается и количество национальных делегаций нашего региона, и количество зрителей. И если в 2016 году насчитывалось 11 делегаций и порядка 250 участников, то в этом году планируется 22 делегации и, соответственно, порядка 500 участников. Поэтому мы рады тому, что фестиваль, во-первых, нашел свою устойчивую нишу, свою аудиторию, и несмотря на разные очень времена, фестиваль, наши корни, он прежде всего, конечно, направлен на сохранение национальных традиций и приобщение жителей нашего региона к культурному наследию народов, которые проживают и на территории нашей области, и на территории всей нашей страны.